И все же, что Мелиода, что Элизабет, оба действуют слишком эмоционально. Могли бы просто мирно поговорить. Я им даже завидую. Что? Кстати, Хоук, как думаешь, какого Мерлин обо мне мнения? Усач, который днем здоровяк, а ночью дохляк. Так я же такой и есть. Действительно, для большинства девушек я, может, и привлекателен. Однако, в этом нет никакого смысла, если моя глубоко возлюбленная девушка ничего ко мне не чувствует. Откуда у тебя столько самоуверенности? А? Как шумно с утра пораньше. Пока с нами четыре архангела, мы не проиграем. Да уж. Эти люди в любую эпоху любят пошуметь, распивая свой яд. А что поделать? Нам такой вкусный яд ни за что не приготовить. Нет. Жалкое зрелище. Исцелись. Знакомое ощущение. Итак, мы прикупили все необходимое для починки Гаутера. Пора бы возвращаться. Ох, но прежде надо встретить гостя. Ты кто такой? Так-так. Один из четырех архангелов, занявший тело Маргарет. Мы ведь встречались прошлым вечером. Что? Встречались прошлым вечером? Какая грубость. Не по нраву мне, когда кто-то ниже ростом смотрит на меня сверху вниз. Не может быть. Представлюсь вновь. Винный грех Исканор из семи смертных грехов. Как ты прошлым вечером скрыл свою силу? Ничего я не прятал. Она лишь не проявляется, пока не взойдет солнце. Но она проявляется вместе с восходом. А чем ближе к полудню, тем ее больше. Какая чушь. У кого ты украл ее? О! Чего вы добиваетесь? Люди и богини, к тому же союзники. Отвечай на вопрос! Не понимаю его смысла. Ну и ну. Пусть вы в теле принцессы, нельзя давать вам слишком много поблажек. Быстро. Собрался разглядеть мои движения? Это сила, милость Верховной Богини, дарованная четырем архангелам. Моя милость — вспышка. У Сариэля — вихрь. У Тамриэля — океан. И четвертое — солнце. Эту милость получил мой покойный брат Маэль из четырех архангелов. Однако он был убит 10 заповедями 3000 лет назад, а милость была утеряна. Его милость — моя сила? Сила милости — сила Бога. В руках человека она непременно разъест его тело и приведет к гибели. Не хочешь умереть? Сейчас же отпусти милость. Твое предложение мне неинтересно. Даже если я признаю ее милости, о которой ты говоришь, выходит, она сама выбрала меня. А значит, я сильнее и величественнее. Будь благодарен. Покуда я на вашей стороне, победа вам гарантирована. Ты мне понравился. Тогда уж постарайся быть полезным. Хо-хо-хо! Как самонадеянно! Вы уж постарались.